Приветствую вас, господа, от себя лично и от Центра польско-российского диалога и согласия. Приветствую вас на сегодняшней встрече, озаглавленной «Российские споры о непамяти». С вашего разрешения в рамках объявления будет вестись наша встреча на польском и русском языках. Если у вас еще нет наушников, будьте любезны, возьмите. На 5-м и 6-м канале будет русский и польский, не знаю на каком, но вы найдете уже на своих аппаратах. Я представлю наших гостей с вашего разрешения. Начну с госпожи доктор Зузанна Богумил. Адъюнкт в Академии специальной педагогики в Варшаве, работает с межобластной лабораторией Варшавского университета. В своих исследованиях она занималась памятью о ГУЛАГе в России. Имеет большое историческое значение. Сейчас занимается клубом религий и религиозных демонстраций на памяти, в том числе культом новых мучеников России. Она автор работы, в частности, публикация «Память ГУЛАГа». Нашим вторым гостем, который приехал из Москвы, будет господин Сергей Пархоменко. Можно сказать, человек-оркестр, издатель, публицист, политический комментатор, общественный деятель. Был, в частности, учредителем и главным редактором журнала «Итоги», а также издательства «Вокруг света», один из лидеров демократических протестов на рубеже 2011-2012 годов. Ведет еженедельную аналитическую программу на радиостанции «Эхо Москвы». Был создателем в сфере науки фирмы, которая занимается борьбой с различными видами. Сейчас занимается последний адрес. Он преследует цель рассказать о памяти политических зверств. Вначале выступит Сергей Пархоменко, он представит проект. Займет это примерно 40 минут, а потом поговорим как об этом проекте, так и о том, что происходит с памятью в сегодняшней России. Поэтому слово предоставляю Сергею Пархоменко, пожалуйста. Спасибо большое. Я очень рад этому приглашению и очень рад, что столько людей. Я хочу сразу сказать, в чем моя главная цель. И зачем я приехал в Варшаву, и почему я давно ждал этой поездки, и очень рад, что она состоялась. История про последний адрес – это история про то, как гражданский проект стал гражданским движением. И основной смысл его заключается в том, чтобы двигаться. И это тот случай, когда процесс может быть не менее важен, чем результат в некоторых случаях. Это и есть результат. Сегодня, я расскажу об этом подробнее, сегодня движение «Последний адрес», теперь мы называем его так, стараемся не называть проектом, движение «Последний адрес» охватило всю страну. Оно развивается в очень многих городах. И совершенно очевидно, что оно движется по России дальше и дальше само. Люди узнают об этом, люди включаются в эту работу, и постепенно все больше городов оказываются охвачены этой общей работой. Это то, что традиционно называется социальная сеть, собственно, социальное сообщество людей, которые работают в движении «Последний адрес». И наша мечта заключается в том, чтобы это движение вышла за пределы России. И мы думаем о многих странах. Понятно, что мы думаем, в сущности, обо всех странах бывшего Советского Союза. Для каких-то из них это более естественное движение, для каких-то менее естественное. Где-то это будет развиваться труднее, где-то легче. Но совершенно очевидно, что речь идет и обо всей Восточной Европе, о той части Европы, которая испытала на себе влияние тоталитаризма. Потому что этот проект, я тоже постараюсь говорить об этом более подробно,
И это движение, как ни странно, оно не антисталинское, оно антитоталитарное в гораздо более широком смысле слова. И вот сегодня мы можем уже твердо, скажем, сказать, что движение «Последний адрес» развивается в Чехии. И речь идет не о том, что оно занимается какими-то злыми советскими людьми, которые пришли в Чехию и своими руками сделали там что-то ужасное. Нет, речь идет о чешских гражданах, пострадавших от чешского тоталитаризма. И вы понимаете, куда я веду. Я веду к тому, что, на мой взгляд, Польша — это, несомненно, то место в Европе, где такой проект тоже был бы уместен. И я очень надеюсь, что в результате нашего сегодняшнего разговора кто-то из вас, или кто-то из вас, кто узнает о нем, или о нашем разговоре, о той дискуссии, которая здесь состоится, об этой презентации, которую я покажу, будет тем человеком, который скажет: «Я тоже хочу в этом участвовать». Мне это было бы очень важно, нам всем, у нас огромная команда в России, которая этим занимается, было бы чрезвычайно важно узнать, что Польша с нами. Почему? Ну, сейчас попробую рассказать, почему. А можно... Да, вот, вот, спасибо большое, это я имел в виду. Не удивляйтесь, тут будет много картинок, и это продлится некоторое время, но мне кажется, что для того, чтобы понять, как это все устроено, нужно начать немножко заранее, с того, что вы, может быть, знаете и без меня. И я думаю, что многие из вас знакомы вот с этим названием. Это европейский проект, который зародился в Германии в 93-м году, то есть уже больше 20 лет он работает. Он придуман немецким замечательным скульптором и таким акционистом, и интертемник. Идея его вот такая. Человеку по принципу камень. Это просто булыжник. 10 на 10. Очень интересно, как это начинается. Вообще этот как памятник цыганам. Идея его заключалась в том, что вот Холокост, евреи все помнят, а цыган все забыли. Но непонятно было, где ставить этот памятник. Потому что где цыган? Где столица? Где их страна? Где их город? Нигде. И в то же время действительно. Поэтому вот здесь такая идея. Очень быстро оказалось, что эти люди остались от гитлеровского режима. Это не один общий проект. Это совокупность таких точек, которые ставлены на полно пространстве, некий общий проект. И из этих точек складывается общая картина. Иногда, впрочем, в год. Как-то бьют какие-то целебные воды и вообще не настроены думать ни о нем. Это как-то легко можно
явно жили в этом Баден-Бадене, потом были, бежали, по всей видимости, во Францию. Во Франции только арестованы, но дочерей они успели запомните, пожалуйста, нам это все еще пригодится. Ну вот в 93-м году они забыли, это все делается. Очень разные. Где в 2008 году появились первые камни, и вот недавно еще немножечко добавилось. Вот здесь есть место имен. Человек, вот картинки вместе. И еще в России вообще один город. Возле города Орел, в самом городе и в пригороде этого города есть в общей сложности три таких камня. В 2013 году они появились, небольшое совсем количество. Так вот, чтобы это было не в одном только городе Орелово. Жертв. И она затронула огромное количество городов и российских регионов, и российские национальные республики. И это была машина. Вот эти распоряжения, которые мы видим, они свидетельствуют о том, что все это происходило абсолютно систематически. Документ с резолюцией Сталина в мире. Уничтожить еще некоторое количество представителей национальности.
потому что на попалось это решение. Что этих тоже можно, если очень хочется. Вот. И России, вот, пожалуйста, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Украина. И все. Что-то такое, что должно соединять. Вот. Если что-то соединять, то вот это соединяет. Вот это и есть степь, которая точно существует. Общая история, общие утраты, общая память, общее горе, общий гнев, общее отвращение к вот этому тоталитарному государству, для которого человеческая жизнь ничего не стоит. Вот. И что если взять этот стол, то может быть другое, и можно попробовать политических репрессий. 17-го года до сегодня. Революции, 20-е годы. И вот эпоха большого террора, 36-й, 37-й, 38-й год. И то, что происходило во время войны, потому что понятно, что политические репрессии не прекратились. История политических репрессий в Советском Союзе. У нас есть мемориал, и мы можем взять за материальную, документальную основу его архив, профессиональных дел, собранных мемориалом, и мы можем попытаться развернуть эту часть в удобной форме, как бы вывернутые вот это моя улица, на которой я живу в Москве. Четвертая тверская. Я никогда в жизни его не видел, он не знал, кто это, и меня не хватило его существования. Он был трамвайный кондуктор. У нас там действительно рядом до сих пор есть трамвайный парк, поэтому ничего удивительного. Кондуктор я потом спустя некоторое время навел дальше всякие справки с помощью мемориала. Сказал там этот анекдот. Это была стрельба 37-го года, и это человек, который... Это произвестительно впечатление. Это человек, который как-то ходил по моей лестнице, в дверь, как-то пытался с дверную ручку, которая по-прежнему у нас там существует, и противопривом водил рукой. Вот тень этого человека, она есть, она в этом присутствует. Хотя он не никто, он не ни родственник, ни и дедушка, и никто. И вот, если взять вот эти последние вопросы, которые откуда вылетают, считается, что эти имеют географические координаты. Каждый это судьба. Что можно показать, как это это часто не один человек, а иногда десятки людей, которые жили в этом доме.
Мы знаем сегодня дома в Москве, где это совершенно не только знаменитые дома на набережной, по которым написаны. То там, конечно, везде есть такой адрес. В России вот на эти самые 3,5 миллиона человек. Работали группы исследователей, которые собирали эти книги памяти очень разного как качества. Обладать такими какими-то специальными навыками поиска или нужно обратиться. Это разные люди. Происходит, конечно, тоже сильное впечатление. Потому что, конечно, существует такая. Там какой-то дотягивает перо на другую. Заглядываешь в эту базу, ты начинаешь видеть, что это очень разные люди. Что это касается абсолютно всех. И что у каждого из нас есть тысячи шансов оказаться рядом с таким человеком или с памятью об этом человеке. Совсем оказаться затянутым в. Польской армии, сотрудник 2-го отдела польского генштаба. Ну, какой-то, видимо, вполне серьезный человек. Есть Пушикова 19. Ну, есть. И ничего не случилось. Думаю, это нет. Ну, ничего страшного. Мы можем написать здесь был дом, где жил какой-то. Надо только договориться с этим домом. Ну, об этом чуть позже. Окей? Поищем еще. Вот есть еще какой-то еще есть Иванчик Иосиф Константинович. Thank you.
скромная задача. Но если мы хотим этим заниматься, то нам нужно придумать какой-то физический. Понятно, что мы не можем поступить так, как Столпенштайн. Ну, в России уж точно. Я думаю, что одно есть что-то за окном, но потому что в Польше тогда. И булыжных мостовых у нас не так много осталось, если не считать каких-то, если не считать Кракова, там, не знаю, центров нескольких старых городов. Нужно придумывать какое-то другое воплощение, видимо, нужно с земли поднимать это на стенку дома, и вот есть много всяких требований. Дешевая, потому что никто не должен на нее присвоить. В которой были историки, были архивисты, правозащитники, журналисты. Один хороший журналист, это Григорий Левзин. Не являются себя эту ответственность. Вот это мы обсуждали. Мы вернемся к этому через некоторое время. Что в результате из этого всего только металлическая, совсем не обязательно, чтобы дощечка была как дощечка, чтобы платить поезд. Просто почти повторить Столпенштайн, только вот как-то дать ему забраться на стену. Это необычная вещь, потому что все эти дизайнеры, очень хорошие, очень знаменитые российские художники, сказали, мы снимаем наши проекты. Вообще художник это не свойство. А не свойство, Thank you.
15 сантиметров. Вот такого размера. И вот как это выглядит в результате. Понятно, что совсем нет. Появились эти наши знаки. И была огромная пресса. Потом сразу в Питере. И тогда был определен важнейший принцип наших взаимоотношений с властью, о чем нужно сразу сказать. Это принцип тотального нейтралитета. И такого молчаливого устранения друг от друга. Мы вас ничего не просим, а вы нас не замечаете. Мы не просим никакого разрешения. Мы не пишем никакого разрешения. Это наша заключается в том, что мы, которые живут. Четырьмя маленькими шурупчиками, но дом должен быть согласен, дом должен. В Санкт-Петербурге очень важное для Петербурга место, так называемый фонтанный дом. Собрались сотни людей для того, чтобы посмотреть. И там речь шла об одном из мужей Ахматовой и о его сыне. Так что иногда это там.
маленькие, столичные, провинциальные, совсем глухие, обладают вот этими знаками. Иногда одному на целый город. Иногда несколько домов. По 70 быстро начинаешь замечать. Казалось бы, на огромном... к самому началу разговора, к тому, что невозможно все это устроить из Москвы. Кто-то должен быть на месте. Должен быть кто-то, кто пойдет к этому дому. Понимаете, что это тот самый адрес, потому что мало ли как за эти годы перенумеровывались и переименовывались улицы и дома. Нужен кто-то, кто пойдет в архив. Нужен кто-то, кто потом жить этого дома и будет с ними договариваться. Нужна обязательно группа. И до тех пор, пока она не создастся в город, это движение не придет. Мы думаем, ну вот, мы здесь прав, где есть такие люди, и мы, в общем, можем быть уверены, что трудно переступить через накопившиеся сегодня предубеждения, через разного рода одна на все. Играл это так. Дело
если первые человеком был нарисован в бальтине и стояло там 20 минут, стояло целое место. Кто смотреть на первый случай, когда власти, просто полиция отвинтила через два дня после того, как она была установлена, и дальше произошла чрезвычайная. Россия и Украина добились того, что там прошел опрос населения об отношении к советским репрессиям. Это был правильный случай. СССР. Создать ситуацию, в которой они начинают говорить об этом и думать об этом. Вот в этом самом Таганроге таблички последнего адреса уже не было, а последний адрес был все. И весь город был этим занят. Потому что весь город обсуждал этот сюжет. И такие случаи еще были, там, не знаю, вот в Барнауле, Новоралик, в Константине, а на которые ее украли, посвятили ее на место. Но что после такого вандализма хотя четыре маленьких шурупчика, собственно, и все. В самых разных условиях, в большом городе, вот, в деревне, вот это вот, совсем глуши на севере, в старом доме, которому 200 лет, и на стенке этого дома захотели иметь вот такой знак, посвященный их репрессированным. Который я подвесил людей, которые ответ очень простой. А эти толпы не пришли. Хотите, чтобы это имя появилось на стенке. Оказалось, что вот этот принцип, когда мы отдаем инициативу намеренно, когда мы доверяем людям самим решить, кому, где, в каком порядке, это принцип, который имеет обладает какой-то внутренним специальным достоинством. Thank you.
Он был посвящен художественной практике. Символ. Это такой проект, который должен задуматься на тексте. Но что я хотела бы сказать? В школе, как и преподаватели, есть множество программ и целая база различных организаций, которые действуют. Это совершенно иное движение. Это потребность общественности создавать проекты. Конец в конце 80-х годов, а точнее в 80-м году, конец перестройки. Когда я проводила исследования, то я видела, что целая толпа людей, которые памятники, все их по-разному называли. Ну, в большинстве случаев это люди связаны с иная ситуация то, что мне кажется, заслуживает внимания, что прошло 120 лет. Будет это сентябрь проверять. То есть нет всей этой базы. Я специально просматривала эти фотографии, вижу, что здесь множество пожилых людей, детей, которые были детьми. И вопрос, кто же потом будет этим заниматься? В тот момент, когда нет никакой работы просветительской, обучающих программ. И люди, которые это знают, не живут, они как бы не Thank you.
что у нас много таких таких, даже в районе этих вот улиц есть более десятка. Есть в честь тех, которые вот там пишут, мы уже видим это. Помнить о человеке, об этом должно быть здесь отмечено. А может быть, кто-нибудь пройдет мемориал на сайте, посмотрит фамилию человека, который жил в этом доме, и, может быть, будет очень довольна, что это знает. А я у нас люди не особенно проявляют интерес к этим таблицам, даже иногда не действует сила проекта. Недавно появилась инициатива в Африке. Назвать по имени. Чеченцев, которые будут вам говорить, что Холокост это... Города, которые ждут. Последний адрес там уже есть. Еще ни одной таблички нет, а последний адрес...
Thank you.
интеллигентные. Потому что эта работа устроена в традиционном виде.
Thank you.
Але Thank you.
Спасибо.
Dziękuję bardzo. Teraz chciałbym oddać głos. Jak na Rosję. Tak, oficjalnie.
takim razie.
всем поговорим. Thank you.